Да, грязно. Ну и что? Как говорится, просто бизнес. Так, бок этот очень сильный. В конце подрубил флаг. А чё он думал? В сказку попал? Так, бок очень опасный. Эрик Хансен сейчас матерится, небось, на Сережку. Говорит, фартовый ты халявщик, Сережка. Фартовый ты, говорит, халявщик. Thanks, thanks. Да, и такой. И что с того? Yeah. Wait, is this some Renato Terry that I am not aware of? И что с того? Is this some Renato Terry? Да, друзья, с корнем просто срубил флаг. Пешка душа партии, как говорится. What am I supposed to do here? Пешка душа партии. Да, у меня было очень мало времени. Очко не пахнет. Флагоруб. Да, такой. Такой флагоруб. И халявщик, кого думали? Maybe not a fade, yeah. Так, ну это я не знаю. Rook G2. Queen H4. I mean, I guess I do. Так, у них 4, правда, он сейчас сыграет как-то. Так, у них G5 есть ход какой-то. Конь G5. Так. What's up, Zappo? Yeah, that was actually one of the few emotes I had on my computer. So that is why it's one of the few emotes I added. Okay, I'll have to sack. He's gonna take, obviously. Oh, he takes there. Так, у него там ладья висит. Expected him to take the rook. Go h4 if I want to. Что прочее, у него висит ладья боком. H4 looks clever. Let's throw in. 6, так, так. Так, ладья у него по-прежнему висит, в принципе. Takes, take. Так, работаем, like... работаем, друзья. Капом. 800 супер топчиков. Хорошее всем настроение, друзья. Не забываем богатырские лайки, подписочки, колокольчики, донаты. Максимальная активность, максимальная поддержка. Так, не 6, слон e4 могу сыграть, в принципе. Так, так. Так, так, так. Так, будем рубить боку тоже флаг. Почему нет? Why not? Чем он лучше, чем Эрик Хансен? Да ничем не лучше, такой же самый. Так, могу сбить, потом одержишь 4, могу сразу. А, ёлки-палки, там же H6. Блин, H6 какие-то матовые идеи. Зараза, его колотить. Мне невыгодно вскрывать было эту диагональ. Это я ошибочку сделал. Ладно, смело буду тогда играть. Все-таки там не мат еще. Буду флаг рубить. Вообще, когда что-то идет не так, друзья, рубите флаг. Рубите просто флаг. Там на C4 висит, он вообще забыл, наверное, что на C4 у него там пешка. Так, сюда-сюда. Okay, it's not over. It's not over at all. Так, сюда. Что он тут хочет? Ладья f5, наверное. Так, так, конечно, 6. Сюда-сюда. What's up, Jim Carson? Move. I was planning to take here. А, я эту пешку забыл. Вот зараза, про эту пешку вообще не... забылся. Колотить фартовый какой. I'm playing okay-ish. I'm not playing terrible, but I'm not 100% feeling. Пешку забыл. Not 100% feeling it, which is always. Thanks, Jim Carson, for the 1 month. Thank you. Welcome aboard. Thanks, everyone. Make sure to support. If you want to support, make sure to support on here. Please do not tell my dad. It's a rook f7. Что за фигня вообще?
What do I do? Goes there. I've got bishop d4. I'm just going to take. And I'm just going to push. Push. Here. Here. Move. Ah, crud. B7. I think we got him. Да блин. We got him. How am I as good as this guy? Oh, wait, wait, move. Yep, we got him. Hey, what the frick? What the frick? What the frick? Ничья. Ходфордома! Сюда! Ничья, полочка. Вырвал просто очко, полочка у него. Вырвал, друзья. Просто вот так вот его флажочек сделал. А что он думал? Я флажер.